Семечки Лёва. Для времени любого. Спрашивайте в магазинах города. 4 ноября вся Россия встречает День народного единства. В Шадринске прошли праздничные мероприятия, посвященные этому событию. Во Дворце культуры состоялся концерт «Пою тебе, моя Россия». Зал с трудом вместил всех гостей. Поздравить шадринцев пришли официальные лица города. Этот праздник самый молодой наш общенациональный праздник, но его истоки уходят далеко вглубь веков, которые сыграли определяющую роль нашей России. Этот праздник напоминает нам о том, что мы единый народ с общей исторической судьбою, с общим будущим. Героические события наших предков служат нам примером единства и сплоченности. Я еще раз вас всех поздравляю с этим праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. В этот день шадринцам напомнили историю праздника. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских и литовских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Во всенародном ополчении, в освобождении родной земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, которые входили в состав русской державы. События, произошедшие 400 лет назад, и имена людей, поднявших народ на сопротивление, прочно вошли в историю. Праздник родился не на пустом месте. Мы с вами знаем, как много веков назад два человека сумели сплотить наш народ и выгнать с нашей земли захватчиков. Дали пример всем последующим нашим поколениям. Председатель Шадринской городской думы Анатолий Черных отметил, что праздник 4 ноября – день единения не только народов, проживающих на территории России, но и день примирения и согласия в рабочих коллективах и семьях. Праздничное настроение жителям Шадринска дарили творческие коллективы Дворца культуры. На сцене в День единства – народные песни и танцы. Праздник заставляет задуматься о значении понятий «родина», «патриотизм» и еще раз обращает наше внимание на необходимость соединения всех народов, проживающих на территории не только России, но и нашей малой родины. Ведь Шадринск – город многонациональный, как и вся наша страна.